Итак, друзья, значит, а знали ли вы, что на даже на материнской плате можно от ноутбука можно поменять, значит, процессор? Сделать это феноменально просто. Соответственно, сейчас покажу. У меня старая материнская плата, но и на некоторых современных тоже это можно сделать. Здесь вот есть вот такой вот замечательный ключик. Это, кстати, процессор от Intel Pentium. Соответственно, мы просто переводим. Вот видите, здесь два значка закрыто и открыто. Переводим вот этот вот. Видите, здесь вот штырек. Вот он должен быть в состоянии открыто. Замочек открылся. Вот так можем доставать процессор. Кстати, у него есть ключ вот здесь вот, видите, вот в левом верхнем углу, здесь вот он состыковывается с ключом, так что вы не ошибетесь, как будете устанавливать. Ну вот, устанавливайте, скажем, новый, который, естественно, должен поддерживаться данной материнской платой, и закрываем, соответственно, вот так вот. Я надеюсь, вам видео было полезно. Всем пока.